Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 13 апреля 2022 года. Показать абрикос. Сейчас 6 градусов, всего лишь тепла. 2 дня уже холодно. Позавчера ливень прошел, земля мокрая. Но уже подсыхает, конечно, ветерок подсушивает. Но такие несколько ливней прошли, в общем, целый день. Дожди пробегали. Вчера ветер ураганный целый день. Дул холодный. Вот немножко земля тут, и ветер не дует, мокрая, хоть немножко подмочила. Ну вот абрикос хочу показать, все, видите, последний доцветает. То есть по сути все, пыльцы сбор с абрикоса закончился. Вот так вот быстро, молниеносно абрикос дает много пыльцы, да, по 2 контейнера в день сильные семьи забивают, но это происходит буквально считанные дни. Вот если бы погода не испортилась, еще бы дня 3-4 можно было пособирать. С абрикоса он там еще доцветать будет. Не весь равномерно зацвел, но уже все. Сейчас пока вот опять погода наладится, он скорее всего доцветет абрикос уже. И это самое. Сейчас зацветает слива. Вон там можно видеть, слива у меня цветет. Вон там цветет слива. И алыча рядом тоже. Алыча по селу сейчас ехал, там по селу идет много дикой алычи. Так вдоль дороги цветет алыча, но ее уже не так много. И дальше зацветает черешни, вишни. Ну, черешни по селу убили, когда, ну, выбросы были на заводе Титан. В 18 году черешни все погибли по селу. Ну, немножко есть вишни. Вишни. Это я так чисто для сравнения. Кому интересно сравнивать. Подцветение. Вот вишня. Еще в таком состоянии. То есть еще почка, то есть вишня еще будет цвести, но ее немного. Слива, алыча цветет, вишня будет цвести. Груша там на подходе, яблони будут цвести, но ее у меня очень мало. Вот, к примеру, нарциссы. Нарциссы, да, это, по-моему, вот они еще в таком состоянии, только-только открываются. Эти уже отцветают потихоньку. Отцветают, и желтенькие эти тоже уже. Есть еще, но еще будет много свести, но уже часть отцветает тоже. Ну и каштаны. Каштаны вот в таком состоянии. Конский каштан. Вот такое вот у него состояние. То есть идем с торможением в этом году. Торможением таким существенным. Цветение идет с задержкой. Минимум в пару недель, наверное. Задержка идет, но, ну, смотря почему. Почем. А каштан, в принципе, выходит на свои сроки. Конский каштан. Кстати, тоже медонос и пыльценос. Но его не так много, поэтому пыльца с него красная такая. Красивая. Красного цвета. Спасибо за просмотр. Там озимые тоже зеленеют, травка поднимается потихонечку. Вот так дело идет к весне, акации мы, аллея моя акации. Остановку такого же плана поставили, синюю поменяли, поставили такого же плана. По стандарту. Акация непонятно теперь, когда зацветет. Акация непонятно, когда зацветет. Акация, естественно, ничего еще нету. И неизвестно будет. А ну, посмотрим, по-моему, листики пробиваются. Да, начинают листья пробиваться на акации. Да, видно будет, нет. Фокусируйся. Начинают пробиваться потихонечку листики.
холодно, плюс 6 градусов всего. Ветер холодный, запад дует. Руки отмерзают. Спасибо за просмотр. Всем пока, ждем тепла опять. Чтобы пытаться продолжать пыльцу собирать.